Ленинский район с неофициальным визитом посетили представители китайской провинции Ганьсу. Возглавляла делегацию Дзяо Юйлань, секретарь партии Социалистического института Ганьсу. Гостей из Поднебесной встречал глава района Валерий Венцель. В беседе также приняли участие председатель Совета депутатов района Станислав Радченко, советник главы муниципалитета Эдуард Радушкин и глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Представители Китайской Народной Республики обозначили несколько тем для обсуждения. Прежде всего, их интересовали достижения Ленинского района в таких сферах, как здравоохранение, образование и культура. В начале встречи глава муниципалитета Валерий Венцель рассказал гостям об истории Видновского края и отметил, что с Китаем Ленинский район связывают давние дружеские отношения. У нас на самом деле есть наши партнерские взаимоотношения. Мы подписывали соглашение о городах-побратимах, и мы подписали в 2004 году такое соглашение с городом Шаусин. В 2012 году приезжала большая делегация, были руководители провинции, мэры городов приезжали, и мы их также встречали здесь, ездили, показывали свои достижения, и программа была на целый день у нас. Одной из тем, которая стала интересной китайской стороне, это изучение процесса подготовки рабочих и управленческих кадров. Интерес представителей КНР не случайен. Ленинский район занимает верхние строчки рейтинга эффективности среди муниципалитетов Московской области. Как только мы приехали в ваш город, мы сразу ощутили атмосферу дружелюбия. И наша сегодняшняя встреча, я считаю, станет определенным залогом дальнейшего сотрудничества. Мы приехали прежде всего поучиться вашему опыту и наметить дальнейшие шаги для наших взаимовыгодных отношений. Итогом встречи стало решение по развитию связи между Ленинским муниципальным районом и провинцией Ганьсу. В программу пребывания китайской делегации также входило посещение музея-заповедника «Горки Ленинские».